Приветствую, друзья. Посмотрите, это огородник наш с цветами. Такой вот. Ну, хочу сказать, эти цветы для вас, для всех. Новый год наступил. Поздравляю с Новым годом. Конечно, желаю вам много-много причин для радости, несмотря на обстоятельства. И вот сейчас у нас идет марафон. Подписывайтесь на Телеграм, кто там не подписан. Там марафон. Третья встреча будет в субботу, завтра в 21 час по московскому времени. Так что готовьте зумы. Я вам еще хочу сказать вот что. Там у нас, поскольку уже прошло два занятия, там очень-очень активные участники, которые дают друг другу советы. И там у нас выделена особая группа, специальная, которая занимается измерениями. Я хочу особо предупредить, что вот эта группа, которая занимается измерениями, продолжает измерения. У нас завтрашняя встреча, и потом через неделю будет последняя. Продолжает заниматься измерениями и пользуется только ключом и измерениями. А все остальные, кто хочет, это ваш выбор, пожалуйста, у меня там много друзей, которые занимаются диетологией, которые занимаются физвоспитанием, которые занимаются фитнесом таким каким-то специальным, и занимаются, как это называется, сейчас, вот последнее модное, когда там не БАДы, там ничего, а вот это какой-то нутрициология, по-моему. Но вы сами знаете, напишите мне, как правильно это пишется. Я все время это слово забываю, потому что такое новое. Их советы тоже полезны. У нас же школа «Человек будущего». В целом-то занимается сокращением войн и кризисов на планете и потребностей в лекарствах. Не забывайте об этом. А марафон, который мы сейчас проводим, единственный марафон. Я решил больше не проводить этих марафонов, потому что все между собой там перессорились, потому что каждый считает, что его совет правильный, а то, что его совет кто-то игнорировал, его это обижает. Ну, короче говоря, зачем мне эта нагрузка? Я просто хотел помочь для тех, кто хочет сбалансировать свой вес, сбросить лишнее и набрать недостающее. А поскольку у меня много друзей, поскольку это школа человечности, школа человек будущего, надо проявлять друг другу. Я не скажу лояльность. Лояльность – это слово мне непонятное. Любить по-человечески, относиться даже к взрослым, как мама к детям, чтобы понимать. Вот этот человек эмоцирует, значит, что-то не в порядке. Ну да. Кое-кто там эмоциировал, кто-то отвалился, кто-то заново пришел, кто-то извинился. Но это жизнь. Друзья, наша школа – это срез жизни. Такая социокультурная программа, которая позволяет тысячам, сотням тысяч людей иметь точку опоры в жизни. А сколько мне благодарностей пишут. Не вообразить. Вы даже представить себе не можете, сколько у меня благодарностей ежедневно, ежечасно, ежеминутно. А это меня поддерживает. Вы меня поддерживаете, друзья. А я вас поддерживаю. Вот в этом и суть нашей школы человечности. Школы человека будущего. Не забывайте. Мы работаем для того, чтобы люди из многих стран мира, независимо от возраста, национальности и принадлежности какой-либо религии, были человеками, homo sapiens, человеками разумными, имели разум и сердце. Я очень добрый человек. У меня, видимо, сердце такое. Ну, короче говоря, меня трогает, когда дети поют. Даже слеза появляется от восхищения. Я хочу вам сказать, доброта, которая во мне с детства, потому что у меня дедушка был такой,
Так вот, я вам хочу сказать, что доброта мне позволила создать школу человечности. Но это не значит, что я не настойчив в своей истине. Поэтому все главные решения принимаю только я. И в школе, там, где идет марафон, больше я не допущу вот таких междоусобиц. Это эмоциональные вспышки. А мы же занимаемся ключом. Для чего? Для того, чтобы быть сбалансированными. И в любых ситуациях, эмоциональных и неожиданных, принимать верные решения. Вот оно в чем дело. А я посмотрел, есть люди, которые еще о ключе говорят, ключу учат других, мои друзья, а сами не всегда проявляют психологическую устойчивость. А мир сейчас такой, что это каждому нужно. И поэтому, друзья, кто не записан в Телеграм, записывайтесь. Кто не записан на наш YouTube-канал, записывайтесь. Кто не записан на Инстаграм, записывайтесь. Да. Огородник цветами, еще раз. Да. А какая шляпа, а какие глаза? Вы вглядитесь, какие там глаза? Там целая Вселенная. Вокруг нас Вселенная, внутри нас Вселенная. Звезды над нами и этика внутри нас. До встречи на марафоне. Готовьте зумы. Ваш доктор Хасай Алиев. Ну, так обычно принято говорить у некоторых. А я как обезьянка подражаю. Для шутки. Но обнимаю вас всех и каждого. По-человечески. До встречи.